Всем добрейшего времени суток. Продолжаем проходить Кингбладс. Сейчас только поудобнее себе сделаю, потому что как-то я... Вот так, 7-6-6, окей, все. Так, на захват мы пока в принципе не пойдем, так как нам оружие не сильно надо. Самое важное, опять же, поддерживать баланс между вашими войсками. Ну что, погнали. Так, кто у них там? Эти, значит... Так, кавалерия, значит, копейщики. Ну что, никого не потеряли, 11 левел у командира. Ну давайте улучшать дальше, значит. Блин, как бы я помнил, все, опять же, это как улучшать кого-то. Отлично. Ой, что-то как-то я... Хотя без разницы, как мы видим. Кавалерия все равно втащила. Не, просто фишка в том, что у кавалерии очень жесткая атака.
Именно благодаря этому можно ее послать, в принципе, вперед. Нет, сейчас минус один челик будет. Из кавалерии. Нет, выжил, кстати, смотрите. 13 левел даже получил. Но кавалерия пока да прокачана. Потому что мы ее послаем в бой. А, так, сколько нам до выживания? 16 левел, да? А до битвы героев 46. Но это далеко. А, блин, забыл прокачать этих своих главных челиков. Ща. Все, погнали. О, отлично. И какой-то китайский перевод мы видим на заднем фоне. Что это такое? Ну, это тоже можно улучшить 3 раза, насколько я помню, да. И вот это мне нравится, когда челик, вот смотрите, как он далеко впереди идет. В обратку побежал, да. С тыла атакует крыса. Блин, надо было копейщиков послать вперед. Конница умирает. Ах, не долетел. Ну, это не буду я читать. Сори, ребят, мне это не интересно. Так, войска. 12, 14. И опять надо их прокачивать. Но зато у нас денег много, чтобы прокачать. Ну, в принципе, отлично. Так. Всех до сих пор в достаточном количестве. Время 9 минут, ну погнали еще. Тут дело все в том, что, опять же говорю, бессмысленно
Тут абсолютно бессмысленно брать и каким-либо образом пытаться найти конец. Я уже показал, что там игроки проходят до тысячных волн. И поэтому здесь вообще без разницы. Вы просто будете играть бесконечно, качаться бесконечно. Поэтому я и говорю, прокачаемся до 50-го, а дальше посмотрим, что будет. И опять этот баг прикольный. Блин, уже не знаю, что с ним делать. Сейчас просто в тылу стоит. И с тыла атакует. Так, 13, 12, 13, 12. Ну, пока давайте ничего не трогать. Лучше я улучшу в казарме вот уровень своих этих персов. И вот Франц появился, дополнительные траты. Ну, все, теперь будет полегче зато. Так, ну и ладно, давайте печь все-таки лучше. Вернее, не печь, а этих персов своих. Так, 12, тут 13, да, окей, погнали. Так, ну лучники, блин, ну ладно, давайте всех прапаем до конца. Лучше уж сразу быть на максимуме, чем потом думать, ой, блин, мне его долго качать, ай, не хочу, ай, лень. Ай, болит. Все, отлично. Так, вроде бы третий, первый. Но здесь, кстати говоря, кристалл сил бы заменить лучше. Давайте выбьем что-нибудь хорошенькое. О, сразу. Вспомнишь солнце, вот и лучик. О, заметьте, стрел стало больше лучников. Вроде было 15. А, еще у нас силы поменьше стало. Блин, рекламу надо посмотреть. Ладно, пока давайте только силу, потому что мне как-то... О, видите, как сразу атаковать стали сильно. Больше лень как смотреть рекламу на эту... на гемчики. Пока без них будем.
Да, кавалерию вперед не послал, потому что она немножечко была без хпшечек. Потом первых я сейчас шлю пехоту. Потому что она более-менее фуловая была. Прикол в том, что задняя линия, как видите, получает опыт вообще почти ни за что. Давайте мы сюда поставим этих. Вот так. Хотя нет, слушайте, только лучники получают, получается, опыт. Еще обратно возвращать тогда надо будет. Так. 13-14. О, ну неплохо, в принципе. Кавалерия всегда номер один у нас. Нормас. Да, ну. Ладно, давайте на сегодня все. К сожалению, не хочу делать долгие ролики, да у меня дела сегодня. Всем пока, всем добра.